В этом году сошлись две круглых даты. 80 лет назад родился поэт Геннадий Петрович Панов, и 30 лет назад он ушел из жизни. И к его дню рождения в серии «Литературное наследие Алтая» был издан этот том «Избранного», и об этом поэте я вам хочу сегодня рассказать. В 70-80-х годов было три самых популярных поэта, которые собирали большие площадки в городе Барнауле, в городе Бийске, в своих родных районах. Это был Леонид Мерзликин, это был Владимир Башунов и это был Геннадий Панов. Вот эта большая тройка алтайских поэтов были самыми-самыми популярными. Но если Леонид Мерзликин и Владимир Башунов тяготели к тихой лирике, к традиции Николая Рубцова, к повествованию о пейзажах, о замечательной алтайской природе, о крепких человеческих отношениях, то Геннадий Панов взял для себя в качестве идеала Роберта Рождественского и Владимира Владимировича Маяковского. Он писал акцентным стихом, он вводил дополнительные неологизмы, и он был наполнен определенным гражданским духом. Даже в его первом сборнике встречаются стихотворения о 20-м съезде, на котором был разоблачен культ личности Сталина. И, в общем, элементы восприятия своей родины, в том числе малой родины, с точки зрения истории. И по большому счету вся эта книга, которая собрана из большинства сборников Геннадия Панова, вариант, поэтический вариант учебника истории. По ним мы знаем об основных событиях, по ним мы знаем о Великой Отечественной войне, освоение целинных и залежных земель, о полете в космос, об открытии новых географических территорий и их освоении. И Геннадий Панов, как настоящий большой поэт, создавал стихотворения-репортажи, создавал стихотворения, которые были связаны с новыми землями и нашими любимыми территориями, в частности, территории Горного Алтая. Например, всем в те времена и до сих пор очень приятно слушать песню «Ветка горного кедра», которая была написана на стихи Геннадия Панова нашим же композитором Михаилом Стариковым. Но главным достоинством Геннадия Панова было то, что он ввел в общее поэтическое пространство свою малую родину, село Паново Ребрихинского района. И более десятка стихотворений, большие поэмы посвящены этой локации. И самая знаменитая строка, по которому узнают Геннадий Петрович, «Я Панов из села Паново». И ребрихинцы, жители Ребрихинского района, конечно, чтят своего земляка, проходят пановские чтения, издан сборник мемуаров, сборник воспоминаний о нем. И, пожалуй, когда ты говоришь «Геннадий Петрович Панов», то представители Ребрихинского района сразу расправляют плечи и начинают блестеть глазами. Это абсолютно справедливо, потому что, как отмечают современные литературоведы и критики, те поэты, писатели, драматурги, которые создают новую реальность, новую географию, они, собственно, даже получают Нобелевские премии, и они становятся людьми, которые состоялись. И вот из стихотворения в стихотворение все это происходит. Но чтобы не быть скучным, я вам один из текстов прочитаю, который отсылает классической традиции и в то же время придает определенную публицистичность лирике Геннадия Панова. Вот и выстрелить почкам подоспела пора, сизокрылая почта ходит в небе с утра, и, взобравшись на прясло, золотистый петух с красной ноты прекрасно пробасил во весь дух. И пошли, как поэты, петь друзья по перу, пласт земли перегретой солнцем пахнущий сруб. Золотая Россия, вера, верба, ветла — нас под сердцем носили, чтоб ты в сердце жила. В Геннадии Панове, в его лирике удивительным образом соединялась публицистичность, четкая гражданская позиция и боль, которая в огромной степени стала приходить к нему с началом перестройки. Когда мир, традиционный мир русской культуры, когда традиционный аграрный уклад разрушался, множество жителей продолжали перебираться в города, и классические вещи, к которым он привык, которые были связаны для него с сельской жизнью, уходили. Вот есть совершенно замечательное посвящение Виктору Петровичу Астафьеву,
стихотворение «На лесоповале», оно вошло в сборник, который был опубликован в 1990 году. «На лесоповале» Виктора Петровича Астафьева. «Стук топора позабудешь едва ли, ухнула, рухнула старая ель. Плакала Саша, как лес вырубали, с детства усвоил и помню теперь. Стук топора позабудешь едва ли, эхо, как выстрел, висок отдает. Муза Некрасова, голос печали, совесть гражданская спать не дает. Стук топора позабудешь едва ли, словно вчера это было вчера. Но по топоры в те поры не знавали, как по подросту идут трактора. Рубят и губят, корежат, грохочет, траками рвут, за увалом увал. Бурый хозяин тайги, между прочим, рыком разбуженный в глушь убежал. Пустоши, гари, разбой и погром. Гриб-мухомор не растет за бугром. Вы не бывали на лесоповале, там, где пластует кедрач леспромхоз? Плакала Саша, как лес вырубали. Нынче бы Саша ослепла от слез. Вот те, кто в состоянии познавать музыку стиха, даже в этом небольшом стихотворении чувствуют нагнетение определенных звуков «г», «р», которые передают рычание и треск деревьев, и разрушение той тайги, которая является кормовым пространством для многочисленных животных. И Панов на уровне звука это улавливает, и в акцентный стих все это формирует. А единоначалие, которое звучит «стук топора позабудешь едва ли», отсылает к определенной песенной традиции, потому что для Панова, судя по его поэтическим методам и приемам, конечно, кумиром был Роберт Рождественский, на стихи которого написано множество стихотворений. Еще одним достоинством поэтики Геннадия Панова является то, что с возрастом он начинает осваивать сложные поэтические формы. Это триптихи, это пятерики, это венок сонетов, который предполагает блистательное владение поэтическим мастерством. Это большие поэмы, которые строятся нелинейно, а существуют, ну, почти по постмодернистским законам, через ассоциацию переворачивания знака. Ну и самым большим достижением Геннадия Петровича Панова является плод его 20-летней работы, поэтический пересказ, пожалуй, одного из главного, одного из первых текстов русской литературы «Слово о полку Игореве». Геннадий Петрович долгое время собирал информацию, изучал источник на старославянском языке, изучал поэтические переводы Николая Заболоцкого и многих других, и в конце создал свой поэтический пересказ, который максимально точен, приближен к древнерусскому источнику. И надо отдать должное, что вот этот древнерусский источник был сохранен очень бережно, и работа над поэтическим пересказом продолжалась очень-очень долго. В частности, историк Сергей Васильевич Цып, когда прочитал первое издание «Слово о полку Игореве» в пересказе Геннадия Панова, он отметил около 50 ошибок, которые может увидеть только профессиональный историк. И указал на это Геннадию Панову. Геннадий Панов бросился в работу, доделал этот вариант, и вот в этой книге «Слово о полку Игореве» в поэтическом пересказе вы уже читаете по отредактированному, выверенному варианту. И оно очень достойно, свидетельством чему является то, что Институт русской литературы или Пушкинский дом издал пятитомную энциклопедию «Слово о полку Игореве», и очень тепло в этом серьезном академическом издании отозвались о этом поэтическом и историческом труде Геннадия Панова. Если говорить о том, что прошло 30 лет, мы можем судить по гамбургскому счету о поэте Геннадии Панове, я вам скажу, что большинство его стихов не устарело. Они работают и сегодня, и в плане гражданской лирики, они работают сегодня и в плане тонких лирических произведений, которые можно читать своей возлюбленной, можно читать семье и можно читать, восхищаясь своей малой родиной. Эту книгу Геннадия Панова вы можете найти в любой библиотеке и, кроме того, в музеях и библиотеках города Барнаула. Спасибо.